Привет, Даша. Куда посоветуешь сходить? Здравствуй, Дима. Выходные будут насыщены. Сейчас все расскажу по порядку. В субботу, 13 мая, в полдень в Горках Ленинских, театр «Иллюзион» представит для юных зрителей и их родителей веселый кукольный спектакль «Один дома». Постановка поможет усвоить ребятам правила поведения на улице и дома. Обязательно приходите. Чирлидинг – это не только шоу, поставленное для того, чтобы поддерживать команды, но и вид спорта со своими чемпионатами, соревнованиями и, конечно же, тяжелыми тренировками. Общероссийские соревнования по чирлидингу пройдут 13 и 14 мая во Дворце спорта «Видное» с 7 утра. Приглашаем всех желающих. Также в субботу провести интересное время можно и на воздухе. Международный день семьи «Тимаховский парк» представляет детскую игровую программу «Вместе весело шагать по просторам». Начало мероприятия в 10 ровно. 14 мая в 12:00 в Центральной районной библиотеке состоится мастер-класс по математике «Готовимся к ЕГЭ». Ведущая Мария Гончарова, выпускница экономического факультета МГУ имени Ломоносова. У вас будет уникальный шанс испытать себя и свои математические возможности. Здесь же, в Центральной библиотеке, пройдет встреча с кинорежиссером, писателем и сценаристом Корине Фолианс. Она представила более 10 кинокартин, в том числе нашумевшую драму «Серафима Прекрасная». Гостей ждут в 16 часов. 14 мая в 12:00 в детском городке вы сможете принять участие в военно-патриотическом квесте «Памяти верны» и попробовать свои силы в различных испытаниях. Организатор данного квеста – молодая гвардия Ленинского района. А вот для любителей искусства в районном историко-культурном центре пройдет концерт учащихся детской школы искусств поселка Развилка. Лейтесь в воздухе чудные звуки. Начало мероприятия в 14:00. Дима, на этом у меня все. Думаю, я бы сходила на соревнования по чирлидингу. Составишь мне компанию? Спасибо, Даша. На чирлидинг с большим удовольствием.